И снова всем здрасте. Мы опять с Белоголовым в Косогоре. И по ведру уже нагрузили опять ведра по 15 литров. Вот, пожалуйста. Вот такие вот они хорошенькие сегодня у нас вообще. Вот прошлый кон у нас были большие лопухи. А этот раз, смотрите, какие они. Вот такие вот примерно. Ножки толстые, сочные. И так и пошли, 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 пошли. Там еще вижу, тут около меня кусты не пускают. Вон они, парочка еще торчит. Красивых прям. Ну, я думаю, мы здесь сегодня доберем. Прям рядом с домом. Никуда ехать не надо за 70 километров. Тут канонада стоит еще. Стрельба какая-то. Ружье, наверное, проверяют. Уже раз 40, наверное, пальнул он. Ладно, будем брать грибочечки наши. Вот тут немножко злаки какие-то растут. Низкие, низкие. Не знаю. Это пшеница? Нет, нет, это не пшеница. Это рожь, наверное. Вот такие вот колосики красивые. А мы вот тут полазили немножко по этим вот косогорам. Вниз туда спустились. И что-то у нас вот два ведра принесли с собой. В одном ведре грибы. В другом ведре тоже грибы. Вон они. Ё-моё. Грязи-то. Сейчас уберем маленько. О, грязь маленько падает. Ну и в пакетиках у нас еще. Тут мелочёшка такая красивая. Вот такие красивые у нас грибочки получились. И там тоже. Ну как-то так на сегодня. Вот так бывает. Пришли, а все, здесь уже нету их. Они все высохли. Вот хоть их тут и немножко. И тут высохли. Вот эти. И вот они. О, как сколько. Тут мха. Прям мягко. Четко прям. Мягонько. Мягонько, хорошо. Вот такой лес у меня сегодня здесь. Фух. Время даже не знаю, часов 10. Там уже сосняк начинает, туда не полезу. Так вот и буду потихоньку подниматься. Здесь тоже слева сосняк. Думал, в березняке хоть что-нибудь будет. Нифига нету ничего хорошего. Ну, я все равно маленько насобирал его уже. Вот столечко. Вчера вообще караул. Залезли куда-то в рябину. Поднимаешь кусты там маленькие, хорошенькие. Сегодня туда не поехал. Говорю, завези ко мне вот сюда вот. Смотрю, и здесь тоже нифига нету. Ну, пойду куда-нибудь. Зато хорошо и красиво, тихо. Кто-то уже стреляет. Ладно, пойду подниматься. Во, ребята, вылез я наверх. А тут кедрушечка мне попалась. Маленькая такая. Пристрогалась между двух берез. Как в песне, между двух берез натяну гамак и начну валять дурака. Пойду вот в этот лес. Тут пошляюсь. Может быть, здесь что-нибудь меня подфартит. Решил я вот к этим пням прийти. Тут вообще труба. Фух. Крапивище. На этом пне уже все. А тут... У меня ров какой-то. Метров 5 нафиг, наверное, вглубь.
Ну, 5, не 5, но 3-4 точно есть. И он тянется по самой туда, в лог, вниз туда. Ну, мне повезло вроде. Тут вот есть бревнышко. Сейчас попробую по нему тык-дык туда. Вот к этим пням подойду. Если нет, нифига. Я вот даже не знаю, туда что ли сгонять. А что, для бешеной собаки 100 километров не крюк. Я там еще не был. Да я тут много где не был. Он 20 метров в сторону, я уже не был. Ладно, будем переплавляться. Ну-ка, если пойду, не рухну. Нет, телефон надо убрать. У меня же ведро, телефон, эти съемки нафиг. Выполз я с того леса. Там невозможно ходить вообще. Я очутился на другой стороне. Залит там солнцем лужайки. Вот такая здесь травка прям зелененькая. И еще даже вон цветочки растут какие-то. Вероника, что ли? Точно не помню. Но можно посмотреть. Такие синенькие, красивенькие. Еще вот какие-то беленькие есть. Мое ведро так ни разу больше и не наполнилось. А половина уже сделалась. Все утряслось. Фух. Переходить я по бревну не стал, оно захрустело. И моя задача, иду вот в этот лес. В этот березняк спускаюсь в лог куда-нибудь нафиг. Там поди что-нибудь сплеснется. Ну все, вперед. О, чудо-юдо, изловлю. На колени Кощея поставлю. Первые после моей пробежки появились грибочки. Но они уже подсушены, но они хорошенькие. Я их заберу сейчас. Это раз. Вот еще какие-то. Такие я, конечно, брать не буду. Рядовки какие-то. Вон они их. Ну, говорят, можно хавать. В принципе, можно любые хавать. А еще вот такие красивые есть. О, какие. Видали таких красивых? Вон сколько их штук. Ну-ка. О. О, какие. Ну-ка, один сейчас мы посмотрим. Такой. Вот такой. Красивый. Знаете, какой? Пухнатенький такой. Пухнатенький. В общем, я их брать не буду. Спустился я вон с того березняка через эту яму эту. Тут канава опять какая-то. Ну, это лог. Ну, тут грибочки я вижу, он под ногами. Если их так вот показывать, их не видно. Но если поближе подвести, то видно будет. Вот он. Раз. И ножка хорошая. Вот еще один. Вот они. Вот сейчас я их здесь и начну собирать. Вон торчит. Я еще там, вон колток, вон березяка. Я еще там увидел на пне, по-моему, в самом начале. На комельке. Ну все. Я не зря сюда полз. Я приступаю. А тут нормально тоже. Там вон сосенки немножко. Тут лес всякий разный. Но это молодой лес. Ну сколько ему? Ну 20-30 лет, не больше. Тут, наверное, раньше все выработки же были шахтовые. Теперь все заросло. Приступаю. Вот в такой распадок я залез. Фуха. Тут крапива голимая. Пойду по бревну. Это толстое, поди, не рухнет. Ой. Ой. Итак, вниз главное дело не смотреть. Так, это кто у нас? Рябинка. Спасибо тебе, рябинка. Ну, высоковастенько, я вам скажу, если... Бабахнуться-то. Но я не хочу бабахаться. Мне просто надо перейти, и все. Вот тут по мху стрёмно ходить. А тут грибочки еще вот они стоят. Но они уже все. Им. Ой, вот сюда вот спрыгнул. Все, победил. Фух. Вот они, вон они.
заплесневели даже. Уже все. Бегу вперед. Ой. Знакомлюсь все я с новыми местами. Я теперь буду знать на следующий год, если что, где что искать. О, какое пенище хороший. Так, ну все, хорошего помаленьку. Фух. Здесь вот так. Ладно, пойду дальше. Ну вот мы и дошли до туда, куда мы хотели. Чергозы уже пол ведра. Они вот такие вот хорошенькие. Вот такие. А тут смотрите, какие они. О, как это, как горохом. А вот они висят. А вот еще висят. Вот такие вот примерно. Такие вот лапочки. И мы их вот так рвем. Рвем. Мы их рвем. Вот так вот им. Больше половины ноги отрезает. Ну-ка, с этой стороны. И с этой стороны тоже есть. Вот они. Вот они. Вон они. И вот так вот вдоль пня. Все, кончилась Олимпиада. Но если присмотреться получше, то не вся Олимпиада закончилась. Они же еще и вот тут растут. И с этой стороны они есть. Ну ты кочевряжина, кочерыга. Хорошая березяка нам попалась на этот раз. И все, съемки съемками. Но надо ломать теперь спину. Будем гнуть ее перед этими ребятами. Опятами. Как-то так. Вот они. Прям по три штучки такие. Вот такие вот. Вот они, махочки. Вот они. Это уже не на пнях они. Почти не на пнях, а рядом с пнями. Вот просто пень хороший попался нам. И все. Все. Понеслась душа в рай.